Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Алло. Алло. Да, да, здравствуй. Дмитрий, да? Слушай. Дмитрий, mm-hmm. Правильно я понимаю. Значит, Дмитрий, я вот стою, да, значит, вот, ну, под Тверью, да, вот, купили Тойоту в вашем автосалоне. Ну, мне номер ваш дилер дал. Вот. Машина, дело в том, что оказалась-то Тотал. Скажи в конце, что ты фетис и ты пранка. Какая Тойота? Тойота Тотал оказалась. Аппарат купили, Дмитрий. Вот, я не знаю, мне вот что, я не знаю, куда обращаться сейчас, если автомобиль Тотал. Сейчас по базе, пока ехали, Серега Бивис пробил, да? И... Значит, оказалось, аппарат Тотал. Чё, как, куда обращаться? К вам, что ли, или в салон обратно гнать? Какую Тойоту? Ну, Тойоту я брал у вас. Мичурин Серега со мной был. Какую? Какую? Только у вас какие-то, у вас постоянно Тойоты, что ли, покупают, или что? Подскажите, марка какая, Тойота? Тойота, да. Модель, модель. Модель какая, Тойота? Тойота. Модель. Вы имеете в виду сам корпус какой? Я просто не совсем вот это разбираюсь в этом деле, в этих названиях. Тойота. Иномарка. Тойота. Да. Подождите, какая Тойота? Ну, какая? Ну, какая Тойота? Камри. Королу Тайтау. Корола. Тайтау. Королу Тайтау. Королла, Тайтау. Дальше, вы, может быть, перепутали. Я никакую Тойоту Короллу не продавал в ближайшие, наверное, полгода. Королла, Тайтау. В смысле не продавали? Камри. Камри, Тойота? Да. Камри, 40-й кузов, черная? Да, да, да. Да, такая была, да. Так а чё ж она Тотал оказалась? Подождите, какой Тотал? Почему она Тотал? Да в смысле, я вот сейчас Серега Мичурин сидит, прям друг мой, да. А он в этом деле соображает. А я ж-то не соображаю. Он раз по вот этим всем базам, автокоды вот это вот начал, раз, а там бах, и все, и Тотал. Ремонт на 3 миллиона аппарата был. Ну и что это? Ее списали, вон уже все, Сережка говорит. Серег, списали, да, машину? Да там пиздец, она там была Тотал, ну полностью тотальный аппарат. Ебануться, вот это вот так вот, а как, я не понимаю, вас вот это сказали, что не битая, не крашеная. Да. Подождите, кто говорил, что не битая, не крашеная, где вы узнали, что она Тотал, мне просто интересно. Ну вон у меня со мной Сережка Мичура, у него аппарат, ну, проверяет именно по базам, по ВИН-коду, проверила на Тотал. Да, там вы сказали, там мелкие недочеты и все такое, мелочи, но это все понятно. Ну, ремонт на, почти на 3 миллиона, да, Сереж? Да там пиздец, ее выкинуть нахуй. Ее выкинуть нахуй надо, ты ее купил, там, да пиздец, я в ахуй. Серег, тихо. Что-что? Аппарат. Я говорю, это... Да. Скиньте мне, пожалуйста, где вы это увидели, мне просто интересно. Да тут весь вот, я смотрю, сейчас у меня, не знаю, душа болит, понимаете, вы меня обманули, получается. Я ж доверил вашему автосалону, а тут раз и все, и Тотал, аппарат Тотал. Черная, да, Тойота. Вот она битая, смотрю, подожди. Да. Сереж, это ж вот, когда она битая? Да она там почти каждый год бьется, это пи***ц, ее выкинуть надо, ты купил. Ой-ой-ой-ой-ой. А что ж, куда мне подъехать или что, как решать вообще проблему? Подождите, какой Тотал? Где эта информация? Мне отправьте на WhatsApp, я посмотрю. Может быть, вы что-то перепутали? Да как перепутал? У меня он, у меня друг Серега Мичурин. Он у меня занимается автоподбором уже второй год, подбирает машины. Понимаете, по автокоду. Я не знаю никакого Серегу Мичурина. Я не знаю, кто этот человек, понимаете? Ну, и он известный автоподборщик. Он подбирает у меня друг. Два года уже занимается. И вот это, на автокоде по базе пробивает. Там до 300 рублей. Вот типа не просто так. На каком автокоде? У нас есть такой сервис, Автотека называется. Вот. Там нет никакого Тотала. Это база, которую можно посмотреть. Какой автокод?
Ну, Серега Мичурин, автокот, это друг Эльдара автоподбора, который этот 2 года занимается аппаратом Вахдрочер, этот самый. Ну, а он тоже такой же. Ну, то есть он соображает в аппаратах. Ну, только он тойотер. И вот он мне сейчас прямо сидит, мы сейчас, я не знаю, у меня слезы на глазах, аппарат битый. Аппарат битый, ну, понимаете? Ну, вы мне скиньте, я посмотрю, какая Наталья была. Скиньте мне эту информацию в WhatsApp, пожалуйста. Ёбаный, блин. Так, а может подъехать к вам, чтобы уже на месте все аппарат показать, что там? Куда вы подъедете? Время 1:30 ночи. Ебать, он еще и перевертыш, плюс утопленник, блядь, распил, с 2 частей состоит, тут написано. Тихо, тихо, Сереж, да. Еще, говорит, и еще, он говорит, ты утопленник аппарат. А я чувствую, что это запах в машине такой, как воды какой-то. А как... Ты, блядь. Чел заржал, не выдержал, хуйни такой.